очень хочется быть с вами все время, но иногда приходится возвращаться. Иногда приходится возвращаться в мир. Вы говорили, что невозможно, полностью уничтожить негатив. Полностью уничтожить негатив в этом мире. Все равно приходится с ним сталкиваться. Тем более, когда пространство расширяется, ты начинаешь чувствовать все больше, начинаешь чувствовать людей, страданий. Негатив, боль. Возможно ли, оставаясь в миру, не заражаться этим негативом? Этот вопрос был у тебя до этого. Такой же. And answer will be almost similar. И ответ таким же будет. So, when you not meditate, когда ты не медитируешь, когда ты не заинтересован во внутреннем путешествии, ты на земле, когда ты идешь в мир, спрашиваешь людей, как они. Они скажут, да, окей, все отлично. Все прекрасно. Но саньясины выглядят не так хорошо, чем в отличие от обычных людей. Почему? But sannyasi has much more bliss and joy than normal. Хотя у саньясинов больше благословения, удовольствия, чем у других. You have bliss and joy you never had before. Когда начинаете медитировать, вы такое никогда не получали такое удовольствие и благословение до начала медитации. So they are in flow, in our... Они текут как бы. Their life is normal. They have их to get up жизнь morning, обычно, они вынуждены вставать fresh, утром. Go to work, go идти to на работу, all day working, работать mark, весь день, evening, come back, вечером приходить обратно, есть. Not eating before или не eating, есть, then eating, может быть, сначала выпить, а потом поесть, и все, и сон. Again, с утра опять то же самое, каждый every раз одно и то же. So they feeling this is life. И они, им кажется, что and вот эта жизнь и есть людям. Just get up, do work, eat, встать, пойти на работу, come back, вернуться, eat, поесть, спать. 1-2 часа. Ну, может, если полчаса есть, там, посмотреть телевизор. Если нет, тогда поспать сразу. Весь день есть. И им кажется, что это жизнь. Но это не жизнь. Life is much more. They don't know even 1% life. What is life? Только 1%, может быть, знаешь, такую жизнь. You come in moment. Жизнь приходит с удовольствием, с наслаждением, когда вы приходите в настоящий момент, когда вы тогда почувствуете настоящее благословение и удовольствие без причины. Но кто и работает целыми днями в обычной жизни, они не находятся в настоящем, они продолжают работать как машин. 20 лет, 30, и все заканчивается. 70 лет, и человек уходит, умирает. Это не жизнь. Они просто приходят и уходят, и ничего не сделают. Хотя с ощущениями того, что они что-то делали. Ну что? 70 лет спустя что? Если вы умерли, сколько бы вы ни сделали, там денег вы не заработали, сколько бы власти вы не заслужили, то вы уходите. Вы же уходите с пустыми как бы руками, без всего. Это не жизнь. Жизнь случается только тогда, когда вы приходите в настоящий момент, когда вы здесь.
Когда приходите в настоящий момент, тогда вас приходит пространство. Ваше пространство увеличивается. Это пространство идет с вами. Даже после того, как вы закончите, как вы умрете. Тело не уходит за вами, ум нет, ничего не уходит за вами. Все, что вы не заработали, ничего не пойдет с вами. Так в случае, что же нам не надо ничего зарабатывать, ничего не делать, что делать тогда? Нет, работайте, зарабатывайте, но... Ну, вы должны быть расслабленными, должны быть сами с собой. Приходить к себе, быть собой. Зачем вы зарабатываете? Зарабатывать для того, чтобы получить удовольствие. Но постепенно, если вы продолжаете, и удовольствие заканчивается, вы становитесь такой машиной по зарабатыванию денег. Утром встал, пошел, быстро поел, принял душ, пошел. Пошел в офис, на работу, вернулся. Вечер закончился, пришел, поел, попил, заснул. И вновь то же самое, утром то же самое. Каждое утро одно и то же. Что это такое? Это жизнь? Нет, это не жизнь. Вы не получаете удовольствие, вы просто пропускаете жизнь, а не получаете удовольствие. Удовольствие тогда, когда вы в настоящем моменте. Когда вы здесь, тогда вы получаете удовольствие от всего, что есть вокруг. Медитация учит этому. Медитация учит, как быть в настоящем, как быть в удовольствии. Тогда вы начинаете. Только вы начинаете медитацию, ваше пространство увеличивается, вы начинаете больше расти внутри вас. Тогда будет видно, когда вы идете, соответственно, вот на в общество. Но не надо думать, что вот вы супер. Не создавайте в себе этого ощущения, что я лучше всех. Если вы чувствуете негатив, допустим, по отношению к кому-то, вокруг этих людей, или они вам дают эти вот мысли, но это означает, что это у вас есть, и тогда ваши вещи начинают выходить из вас, они как бы тащат из вас ваш гнев, вашу жадность, и ваш ум входит в вас, и вам нужно медитировать, это очень хорошо. Они как бы вас провоцируют, нажимают на ваши кнопки. И вам нужно смотреть. Ваша работа заключается в этом. Не нужно забывать о медитации, слишком много быть с этими людьми. Каждый день. Это вы не должны забывать. Какая бы там грязь ни приходила бы в ваше пространство и так далее. Вот вы медитируете, сидите один час и освобождаетесь от этого. Очищение происходит. Может быть, вы больше не будете расти, но очищение произойдет. Может быть, здесь вы находите такое большое пространство, то постепенно вы уедете отсюда и почувствуете, как пространство уменьшается. Через некоторое время, а будьте опять, возвращайтесь к самому себе, будьте с собой, и все вернется опять. Приходить и уходить, то есть если вы идете вот на маркет, на базар жизни, идете туда. Может быть, у вас очень хорошее настроение, все было удовольствие. Вы идете туда, в общество. Там люди печальные. Вообще каждый в основном печальный. В мире все печальны. Если вы чувствительны, вы эту печаль поймаете. Вы чувствуете, что вот они страдают. И вы также начнете страдать. Это становится, когда ваша энергия начинает
течь, он становится жидкой. И как ваша энергия становится как вода, то вы начинаете чувствовать других. Чувствовать они печальные, яга и так далее. Если ваша осознанность еще не такая сильная, this strongness, this roughness, this solid, it is gone. Now energy is То есть, у ищущих вот это состояние энергии, которое зафиксировалось, энергия как скала, оно исчезло, энергия двигается, энергия течет. Feeling his things. И он начинает чувствовать другого человека. У него есть гнев, вы начинаете чувствовать. Он вас как-то спровоцировал, ваш гнев. Вы чувствуете привязанность? Начинаете чувствовать их на себе, это тоже будет происходить. Он спечален, вы почувствуете, что вы стали очень чувствительным, очень открытым. А вы спрашиваете, как уйти за пределы этого, чтобы не чувствовать других? Вы должны выйти как бы за больше в третье измерение. Ваша энергия должна быть как поток, как поток, который идет наверх. Сначала как будет. Сначала как вот энергия как камень, как лед. Потом ваша осознанность приходит, вы смотрите, лед становится водой. Теперь нужно больше наблюдать, смотреть. И эта вода начнет постепенно быть как поток такой, который идет вверх. Когда ваша энергия идет вверх, но вот этот это время между второй и третьей стадией, оно может быть ужасным. Вы будете чувствовать страдания других, вы будете чувствовать, что вы страдаете. Постепенно вы почувствуете вдруг страдания всей вашей семьи на вас, со всеми, с кем вы связаны, всю печаль. Да и всю печаль всего мира вы можете почувствовать. Если печаль придет, это к вам, тогда реальная молитва придет в вас. Я хочу закончиться. Я не хочу быть в страдании, для меня достаточно. И тогда ваша энергия поднимется вверх. Тогда у вас не будет связи такой сильной вот с внешним миром. Иначе мастер Кабира, он сказал, если вы получаете удовольствие от внешнего мира, выглядит как удовольствие, выглядит как счастье, выглядит здорово. Когда удовольствие приходит вовнутрь, это становится темнотой, бессознательным. Где бы вы ни взяли удовольствие, становится неосознанным. Если вы куда-то идете, связаны с кем-то, кто неосознан, он входит в вас, входит как темнота. А выглядит как бы внешне, что вы получаете удовольствие друг от друга, там, и так далее. А на самом деле вы начинаете хватать его вещи, как бы его эмоции и так далее. Очень тяжело быть осознанным. Он говорил, если вы помните существование в момент получения удовольствия, конечно, в основном, когда вы печальны, вы в страдании, вы начинаете говорить, я хочу, чтобы все закончилось, я хочу пройти вперед. Помоги мне существование, возьми меня, закончи меня. Когда в удовольствии, вы ничего не чувствуете. Вы забыли о существовании. Да вы не зовете его. Вы не благодарите его. Просто забыли о том, что существование здесь. Когда вы в страдании, начинаете вопрошать, где Бог? Помогите. А в удовольствии все забываете. Если вы помните о существовании во время удовольствия, когда вы очень благословлены, когда вы очень в таком находитесь в божественном состоянии, и вы чувствуете, когда вы поблагодарите, чувствуете благодарность существованию,
и тогда ваше удовольствие не закончится. Then your energy moving in remembrance. Тогда ваша энергия moving in lifting, up, поднимется вверх. Otherwise, mostly it is moving self. В любом случае, люди начинают двигаться от печали к радости, от радости к печали. Весь мир так. Moving, happy to silence. Никто не идет от счастья в happy тишину, and then, от счастья your energy moving in в молчание. When you watch your joy also, then your energy, you will be watcher also, become watcher. Then you just move from joy to silence, joy to yourself. Если вы двигаетесь от удовольствия в тишину, then you come back, да, возвращаетесь then when в удовольствие, you are alone, когда вы опять один, вам все хорошо. Then sadness finish forever. Печаль закончится навсегда. Если вы помните, in happy time, в счастливые времена помните о существовании, или о мастере, или о Боге. Если вы помните, в этот момент, тогда печаль никогда не придет к вам. Она закончится. Это нужно быть более осознанным, когда вы чувствуете негативность людей или печаль. Будьте более осознанными. Сейчас when хорошо наблюдать. Сейчас что-то происходит. Don't run away. Не убегайте. Want just be okay. Now is good. This moment is right. Something happening and this is my things. It is my что-то случается, это мои вещи. Это во мне происходит. Смотрите, наблюдайте за этим. For watcher, и для наблюдателя, if you want to be watcher, если вы хотите быть наблюдателем, it is not all the time be joy and joy. Не обязательно быть все время в удовольствии, иногда может и удовольствие приходить, и печаль. Вы должны наблюдать за этими двумя проявлениями, и печаль, и радость. Тогда вы получите вот такой как бы дистанцию между печалью и радостью. Когда печаль пришла, вы смотрите, радость пришла. Вот проблема именно в том, что во время печали мы наблюдаем, а во время радости не наблюдаем. Наблюдение, значит, что бы ни происходило, я наблюдаю. Печальные мысли я наблюдаю. Я не мысль. Я не злость, я не гнев. Я наблюдатель. Мысли приходят. Тогда очень легко. Можно будет выйти от этого, избавиться от этого, получить дистанцию, расстояние от этого. Если вы хотите только удовольствия, нет. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. Вот просто наблюдайте все, что бы ни происходило. Джи Кришнамурти, 20 лет назад, который покинул Землю, он говорил, no any choice to be aware also. Никакого удовольствия нет в осознанности, чтобы не случилось. Просто, чтобы не приходило, просто думайте, я не то, я не это. Я не то, я не это. When happiness come, don't cling with it. Когда приходит счастье, как бы не пытайтесь. Просто как бы взять это, схватить, просто наблюдайте. Когда печаль приходит, вы наблюдаете, вы знаете, когда удовольствие приходит, вы не знаете. Для наблюдателя все, что бы ни происходило, вы наблюдаете. Плохое приходит хорошо. Тогда автоматически вы получите вот это расстояние, дистанция. Вы будете смотреть, смотреть, наблюдать. Тогда как бы ничто не сможет затронуть вас, повлиять на вас. Вот это путь. Случилось. Негативность или еще что-то. Наблюдайте. Наблюдайте. Я не то, я не это. Наблюдение постоянно должно быть. Кто не делает медитацию, кто в бизнесе, для них, я говорю, для них один час в день. Два дня, два часа в день. Кто делает медитацию, для них больше нужно. 4-5. Когда у вас не было времени свободного, кто идет дальше, более глубоко,
Они должны быть осознаны весь день. Осознанность должна быть весь день. Все, что бы вы ни делали. Вы работаете, вы идете, вы едите. Все, что бы ни случалось, наблюдайте. Если весь день наблюдаете, тогда это и пройдет даже ваш сон, и вы будете наблюдать сны. И тогда 24 часа будет происходить постепенно ваше наблюдение. Чем больше человек делает медитацию, для них недостаточно 1-2 часа медитировать. Если вы 1-2 часа вы осознанные, а остальные часы неосознанные, и начинаете только получать все негатив. Сейчас, например, происходит сатсанг, вам хорошо, вы расслаблены, в удовольствии. Сейчас сатсанг закончится, вы выйдете из холла, пойдете в ресторан, на пляж, все забудете. И вот это вот наблюдение не случится. Вы никогда не станете наблюдающим. Наблюдение значит постоянно, это постоянство. Весь день, постепенно, ваша медитация, ваши ощущения должны все больше и больше происходить. В ином случае, если у вас есть удовольствие, вы идете туда, сидите в ресторане, конечно же, вокруг вас много людей. Другие какие-то люди есть там. Вы начнете от них что-то получать. Но если вы осознанные, даже если вы идете, даже если вокруг вас будет миллион людей, если вы осознанны, вы не начнете ничего от них хватать. Если вы не осознанные, вы начнете чувствовать. Больше печали придет. Эта печаль, вы ее получите, и вы тогда захотите уйти дальше за пределами. Я не хочу быть в этом мире. Этот мир не для меня. Это случится. Если вы осознаны, вы будете получать удовольствие. Что бы ни происходило вокруг, какие бы люди вы ни были вокруг вас, потому что негатив на вас не войдет. Потому что вы выше центра, как бы. Но если вы теряете, то моментально это входит в вас. Мысли входят в вас. И страдания приходят. Вы начинаете чувствовать, что же происходит. Необходимо быть осознанным постоянно. Одна история. И мы закончим. Был мастер, у него был ученик, очень хороший ученик, очень медитирующий, очень осознанный. Мастер позвал его однажды, говорит: сейчас я научу тебя, все, что я могу тебе дать, я тебе сейчас дам. Иди в город, там есть король, а его имя Джанак. Он тебе даст что-то. Он пошел. Он пришел к Джанаку, королю. Пошел к нему в его двор. В этот момент происходило празднование. Люди танцевали, пили. И у король тоже был в удовольствии, он сидел, прям на стуле танцевал. Все были очень счастливы, были в праздновании. И вот когда этот монах пришел туда, вошел в ворота, а охранники сказали: вам нельзя входить. Он сказал: я хочу войти. Жена посмотрела, что-то происходит там в воротах, спросила, что происходит. Охрана сказала, что монах хочет пройти туда, они его остановили. Жена сказала: пусть он войдет. Он вошел. Жена сказал: садись на кресло. Жена знал.
Он был уже просветленным. Джанак знал, что происходит. Но он не смотрел на него, не смотрел на монаха и продолжал получать удовольствие. Когда празднование закончилось, он сказал монаху: сейчас час ночь, отдохни. Завтра мы с тобой утром поговорим. Сначала поешь и отдохни. Он сказал слугам дать еды, вот для этого монаха хорошую комнату и так далее, чтобы он отдохнул. Очень хорошая еда была. Слуги привели его в комнату. Очень красивая комната, комната как бы дворцовая. Монах, этот ищущий, закрыл дверь и лег на постель. Он был полон еды. Он лег отдохнуть. Лег и посмотрел на крышу, где что-то там такое было наверху, не знаю, что-то, какое-то живое, насекомое это несло. Потом закончилась вся ночь прошла, Джанак постучал его дверь, он открыл. Как была ночь, он спросил, как ты спал? Как я могу здесь спать нормально, если... А что, в чем трудность-то? Хорошая комната. Все отлично. Комната люкс практически, что? В чем же проблема? Поэтому не мог закрыть глаза всю ночь. А это был твой последний урок. То, что я не, монах сказал, что я не мог уснуть, я боялся, что кто-то упадет с потолка, как бы, и все, я умру. Он сказал, ты понял меня? Когда пошел, прошлой ночью, сел рядом со мной на кресло. Ты смотрел на меня, я в удовольствии, у меня все есть. А ты был в сомнениях. Как же он может быть просветленным, этот человек? Как он может вообще, чему меня может он научить? Какой последний урок он может мне дать? Я наблюдал за тобой. У тебя были сомнения, за сомнением приходили к тебе. Но я в удовольствии. Я с людьми, я танцую. Но вот это было сегодня, то, что ночью было, как бы была осознанность. У меня мое тело наслаждается здесь, но я на самом деле очень далеко отсюда нахожусь. Но тело, да, тело танцует, тело наслаждается, но я далеко. И только вот об этом помни. Меч был подвешен, вот что. Был подвешен меч у него, да. Был подвешен так, что мог упасть в любой момент. И тогда монах благодарил его. Это было последним уроком. Если помните все, что происходит у вас всегда, тогда ничего вас не затронет. Нет, это обнаженный меч, ни, ничего. Меч как бы сравнивается с этой печалью, там, эмоциями и так далее. Если удовольствие хорошо, тогда печаль очень далеко. Тогда не... Тогда вы будете очень дистанцированы от этого, отдалены. Если вы помните себя все время, не ищите удовольствия, делайте медитацию, наблюдайте, будьте осознанны, и тогда это придет.
Вообще печаль и радость, они идут все время как бы вот друг с другом наравне. С одной стороны печаль и радость, с другой стороны. Они рука об руку идут. Если же вы закончите ваш ум, которому вы поймете, что я не печаль, я не радость, sadness, slowly, slowly, то в печали постепенно они придут и к удовольствию тоже. Slowly, slowly, и тогда удовольствие перейдет в нечто другое. Mind to heart, heart to be. Ум связан с сердцем, сердце. Like и вот путешествие внутри происходит так. Помните, помните. Remember all the time. О себе как. I gave my ashram, my center, name Samasati. Я дал название самому центру, самашрам, самасати. Это слово пришло от Будды. Будда used this word, Samasati. Будда использовал samasati это слово. Samyak smriti means right remembering. Watchful, right remembering. А самасати означает как бы правильное вот наблюдение, правильное. Правильно воспоминает. So good. Now we finish. Мы заканчиваем. Before finishes, music. Будет музыка. Music, перед музыкой. I said tomorrow. Я скажу, что завтра у нас будет два дня ретрит. Медитационный ретрит. Когда никто не делал никогда медитации, для них хорошо. Потому что представить, что значит медитация, мы делаем очищение эмоций. Техники, которые помогают очистить эмоции. Завтра и послезавтра. Три сессии, несколько активных медитаций. Одна после сатсанга, кундалини в 4 часа. Кто хочет делать ретрит, кто хочет узнать о том, как делать медитацию, спросите Танмаю, дайте свои, запишите. Кто-то уже записался. And who doing meditation for them also. А кто занимается медитацией, то тоже могут поучаствовать в этом ретрите. Иногда они чувствуют, может быть, очень эмоционально, иногда хорошо, иногда плохо. Okay. So, you make music now. We celebrate. Celebration means празднуем. Сейчас мы gratefulness, gratitude. Празднуем означает благодарность существования. Whatever you give me, whatever I got, все, что я не получаю от тебя, от этого, через этот сатсанг, чувствую энергию, это идет всему миру. Все идет от меня, от моей любви, удовольствия, все это распространяется на весь мир. Если вы даете, чем больше вы даете, вы чувствуете, что вы пусты, и сразу вы начинаете наполняться. Существование не нужно, чтобы кто-либо был пустым. Если вы опустошаетесь, оно приходит вновь к вам.